Здравствуйте, друзья! Сегодня покатаем Т-150К. Вот такой трактор. Наверное, это еще из советских, из первых выпусков. На трактор установлен мазовский двигатель. Это нам сообщил хозяин. Находимся мы в кабине Т-150К. Сейчас проедем немножко, посмотрим. Убрали Т-150 живой. Карал. Стола. Вот такая у нас техника Т-150К. Давно он у вас? А? Давно у вас этот трактор? Вот он купил. Третий год. Это Мишкин, да? Да? Мишкин? Да. Thank you.
Расскажите об органах управления, как им управлять. Какие ступенчатые коробки у него, какая трансмиссия? Трех. Это газ? Мото-часы тоже в советское время такие ставили. Да, вот это работает. Ноги. А что они высчитывали? Моторесурс, да? Техника. Ну и обороты двигателя. Вот такая у нас поездка на Т-150К. Трактор Т-150К. Немножко мы покатались на нем. Всем спасибо и всем пока.